Добрый день, дорогие воспитанники. Это видеоурок номер 2, предназначен для воспитанников станции юных туристов города Бельск. Урок посвящен укладке рюкзака и комплектующим. Данная комплектация, рюкзак предназначен для пешеходного туризма. Здесь находится минимальный набор вещей, которые вам пригодятся. Тут отсутствует личный комплект одежды и также практически нет продуктов. Это все уже докладывается по мере необходимости и делится на команду в зависимости от количества человек. Повторюсь, данной комплектации личный комплект туриста. Сам продемонстрирую рюкзак на 75 литров фирмы Дейтер, карман, набедренный пояс. В зависимости от груза он одевается либо выше бедер, либо на бедра, либо ниже бедра. У меня на рюкзаке находится здесь два карабина со скальными оттяжками для удобства, когда идешь пешим ходом, вешаю руки. Его карабины используются по необходимости для переправы, для груза, подвеса. Также здесь идет два боковых кармана. Дальше верхний клапан. Этот клапан отстегивается. В данном рюкзаке возможно делать из него маленький рюкзак. Здесь находятся ленты для пристежки. Основная часть рюкзака, я его делю на две части. Здесь застежка идет. Сюда кладется спальный мешок, одежда, нижняя часть рюкзака, подстилка для разных нужд, резинки, боковой карман, возможно использовать его для карты. Также к нему идет дождевик. Он одевается на рюкзак во время дождя. Лично мной используется всегда, я одеваю его, когда транспортирую рюкзак. Для того, чтобы во время переезда в автобусах, поездах, самолетах рюкзак не пользовался. Следующее, водонепроницаемый чехол для одежды на 10 литров. Дальше идет небольшая бухта веревки, здесь около 10 метров, используется как вспомогательное средство. Спальный мешок, данный спальный мешок демисезонный, то есть для зимы он не подходит, а лето, осень, весна, мягкий, хороший, теплый. Следующее, то, что необходимо иметь каждому туристу в походе, нож. Нож охотничий, хороший, топ. Следующее, мультитул, многофункциональное приспособление, пила, нож, отвертки. Эта вещь очень полезная и рекомендую всегда при себе носить. Изолента, очень важный атрибут, советую вам всегда при себе в рюкзаках иметь скотч. Перчатки рабочие, палки трековые. Я думаю, многие с ними знакомы, выставляются на разную длину в зависимости от вашего роста. Также очень удобны для временных укрытий. При наличии плащ-палатки или куска брезента, а также дождевика, возможно на них устанавливать временное укрытие. Следующая вещь, которую я не буду настаивать, но она, возможно, вам полезна будет в пеших походах, это саперная лопата, либо можно использовать маленькие лопатки для разведения костра. Выкопать костровище, закопать костровище. Желательно, что в любом случае при командном снаряжении у вас была с собой лопата. Каремат. Мой каремат носится тоже в защитном чехле. С этими моделями все из туристов знакомы. Подстилка для сна, для отдыха. Легендарные фляги. Мной было испробовано много фляг, и все-таки я остановился на старом добром варианте классической советской фляги, потому что она алюминиевая и сохраняет вкус воды. Пластик обычно натягивает, он всегда неприятный привкус появляется. Кусок прорезиненного паракорда, также для различных целей, подвязывания, завязывания. Вещь, которая незаменима в любом походе, пила. Мной используется пила карманная, цепная. Я сейчас ее вам продемонстрирую. Вещь очень удобна, проста в использовании. Один человек может пилить, может два человека пилить. Ну вот, пожалуйста, демонстрирую. Топор. Опять же, напоминаю, что эта комплектация рюкзака не для горных походов, а для пеших. Любых категорий сложности, но это не для альпинизма, а для пешего туризма. Для топора используется чехол, дабы он не резал рюкзак, не портил имущество. К нему я сделал такой девайс, подвеска. Эта деталь одевается на ремень, на бедренный, топор вставляется. Продемонстрирую, вот таким образом он подвешивается. Когда ты отправляешься в лес по дрова, дабы тебе было удобно. Непременный атрибут для костра, это костровые перчатки. Понятно, что костровые перчатки, это дабы руки в костер можно было засунуть. Здесь у нас находятся очки, очень важный элемент в походах. Очки нужны как солнце, так как от ветра, так и от пыли. Личный набор для гигиены, Несессор. Минимально зубная щетка, дезодорант, мочалка, мыло, книпсер с ножницами, влажные салфетки, полотенечко, расческа, зеркальце, бритва, пена для бритья. Опять же, вещи многие можно докладывать, либо с собой не носить. Следующее, конечно, несколько комплектов обуви у вас должно быть с собой. Как минимум какие-то тапочки или сандали. Забыл показать, здесь у меня идет подушка для сна. В походах для сна вместо подушки можно использовать комплект вещей.
Ну, я использую, ну да, поду. Здесь у нас, как видите, миска для приготовления пищи, не для костра. Это не костровое приспособление, это приспособление для готовки пищи на газовой грелке. Здесь идет у нас коломенэ, котелок тоже я использую вот такого плана, армейский, очень удобный. Тоже мной было испробовано много приспособлений для питания в походе, я остановился все-таки на таком варианте. Здесь у меня минимальный набор, ложки, ухватик. Можно использовать для этой кастрюли, можно использовать для любых других кастрюль. Здесь тройной набор, вилка, ложка, нож, кружка и вот сама газовая горелка. Надевается, зажигается. Как минимум чай, мивина и еще что-то вы быстро приготовите. Можно в этом котле, можно в каком-то другом. Также на газовую горелку я для собой, я как любитель чая, ношу чайник походный фирмы Татанка. Кружка, термокружка, но опять же, в результате многих лет походов я остановился на самом элементарном приспособлении, кружка эмалированная. Она удобна тем, что можно в любой костер, после этого она отмывается, всегда чистая и удобная. Следующее приспособление, которое используется для газовой горелки, это шторка. Все, как видите, просто, функционально и удобно. Шторка ставится, защищает от ветра в любом месте, в горах, в лесу. Вы можете быстро, ну, в лесу как бы вряд ли, потому что в лесу можно развести костер. А если вы находитесь в каких-то пригорьях или горах, где нет дров, то газовая горелка удачно справится с этой задачей. Следующее приспособление — палатка. В одном из видеороликов я вам продемонстрирую установку. Это палатка штурмовая фирмы Ханна 2+1. В основном использую как на двух человек, дабы помещалось снаряжение в палатке. Здесь также находятся приспособления костровые, как видите, спички охотничьи. Мной рекомендуется и как бы мной лично используется для розжига костров резина, остатки тела покрышек. Я их нарезаю и разжигаю. На всякий случай все-таки я ношу лупу, кусок тонкого паракорда, на всякий случай, на обрыв шнурков, нитки и иголки. Также средства для розжига костра, заправка для зажигалок, пару карабинчиков, репелленты на всякий случай от комаров, мух и так далее, используются мной в палатках. Здесь зажимы, прищепки, тоже очень полезная вещь, которая всегда возникает в ней необходимость просушить вещи и так далее. Сама сумочка для мелочей различных, для процесса готовки, доска разделочная тоже всегда находится в рюкзаке. Я использую в походах емкости для сухих продуктов. В данной емкости находится гречка, как видите, мивина, макароны. Удобно, немного минус возникает, лишние граммы набираются из-за самих боксов. Соль. Канистра для воды. Обязательно должна находиться в рюкзаке. Канистру сдуваю, крышку отдельно. Здесь находится дождевик. И, конечно, один из важнейших атрибутов – это аптечка. Минимальный набор средств не находится, будет один из уроков. То есть мы специально пройдем обучение по минимальным средствам и как их использовать в походе. Я заканчиваю наш видеоурок. Жду от вас отчета по нему. Следующий урок у нас будет посвящен медицинским средствам.